очень, ну, колоссальная помощь, я думаю, для таких мам, как я. Поэтому я очень благодарна, выражаю прям материнскую благодарность вашему фонду. Спасибо, конечно, большое. И то, что дают, помогают. Это очень большая помощь, потому что сейчас продукты очень даже дорожают. Прям картошки и все вот эти овощи. И масло прям 5-литровое. Так вот. Очень благодарны фонду «Дигдар», что они нас помнят, любят и о нас не забывают. Мы очень благодарны за их вот такую вот акцию, за то, что они в трудные моменты рядом с нами. И что они нас любят. Самое главное, что они нас любят и помнят о нас. И мы за это их тоже любим и тоже им благодарны. Это картошка, лук, морковка, там есть гречка, рис, тушенка, масло, ну и мука, конечно же, сахар, чтобы жизнь была сладкая. Ну и, конечно же, наш порошок. Так что, ты рада, Оля? Да. Хорошо? Угу. Давай скажем спасибо фонду «Дигдар». Спасибо. 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 И особенно, да, мы хотим пожелать любви фонду «Дигдар» от нас, от нашей ассоциации родителей детей-инвалидов. Спасибо.